Привет, мистер! Привет, Миша! Расскажи зрителям, какой редкий экземпляр нам попал сегодня в руки. Сегодня мы с вами будем распаковывать хохла. Вот он, упакован во флаг. Ну, вот тут, правда, немножко надолбана упаковка. Ну, это всего лишь брак производителей. Давай же узнаем, что там внутри. Цион залазен! Цион залазен! Ха, какой он смешной! Обратите внимание, как забавно он произносит незалежность, наоборот, что очень характерно для его особи. А еще в набор входит бутылка с каким-то специальным ластволом. Это чтобы хранить нашего хохла в безопасной и комфортной для него среде. А можно с ним поиграть? А ты любишь скакать? Не очень. Ну тогда играть с ним будет неинтересно. Эй, ты куда побежал? Куда? Дел за его. Слион залазен! А-а-а! Вот здесь мы с вами можем наблюдать природное стремление данной особи. Логического обоснования этому ученые так и не нашли. Что поделать? Инстинкты! Он бежит к ней, потому что она европейская. Какой умный мальчик! Слион залазен!